Эта трасса Фатеж-Дмитриев, протяженность примерно 60 километров. Ремонтировать будут 10. Работают сразу две бригады. Задействовано 2 асфальтоукладчика и 4 катка. Мы сделали, значит, холодное фрезерование полностью на 100%. И начали укладывать выравнивающее число, и СП-16 уже положили 3 километра. 12-часовая смена у нас, за смену мы укладываем около 900-950 тонн. Смеси, да? На месте специальным прибором сразу же измеряют плотность асфальта. Это аппарат американского производства PKA, который измеряет без разрушения покрытия сразу уплотнение. То есть асфальт SuperPay, у него требования такие, чтобы он должен быть в параметрах уплотнения. Нельзя переуплотнить, нельзя недоуплотнить, то есть он тогда будет разрушаться. И этот прибор мне сразу показывает, какой плотности асфальта в этом месте. Что примечательно, именно у этой дороги расположен местный асфальтобетонный завод. Именно отсюда КАМАЗы везут смесь к участку ремонта. Он обеспечивает смесью не один, а сразу 6 районов. Как только стали использовать асфальтобетон типа СП, завод модернизировали. Повысили нагрев битума до 180 градусов и автоматизировали систему управления. Также сита на грохоте заменили на требуемую фракцию 0,4, 4,8, 8,11,2, 16,22. То есть как требования под европейский стандарт, должны быть сита плетеные. И именно такой фракции размер камней пропускать данную смесь. Чтобы полностью обеспечить смесью дорожников, завод производит около 80 тонн асфальтобетона в час. Всего рабочим предстоит уложить 15 тысяч тонн выравнивающего слоя и 13 тысяч верхнего. Мария Колосова, Антон Латышев. События дня.